Vanche kaupater bhyascha kripa sindhu bhaye vacha patitanam pavane bhyo vaishnavibhyo namo namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're reading Nectar of Devotion, chapter number 30, and we're on the subheading Remembrance. Итак, мы читаем «Нектар преданности», 30 главу, которая называется «Продолжение описания экстатической любви». Мы читаем о таком качестве, как памятование. These are all different features of ecstatic love for Krishna. И здесь описываются различные проявления любви, экстатической любви к Кришне. By remembering Krishna, then devotees, like great devotees, like Srimati Radharani, she can awaken her ecstatic love for Krishna. И благодаря памятованию такие великие преданные, как Шримати Радхарани, пробуждают свою экстатическую любовь к Кришне. Of course, she's always Krishna conscious, but there are certain things, certain phenomena in the world which remind her of Krishna and cause her to feel ecstatic love for Krishna. Конечно же, она всегда находится в сознании Кришны, но в окружающем мире всегда есть какие-то явления, которые напоминают ей о Кришне и пробуждают ее любовь, экстатическую любовь к Нему. Okay, go ahead. Воспоминания о Кришне могут вызвать в преданном многочисленные проявления экстатической любви. К примеру, один из друзей Кришны рассказал ему: «Дорогой Мукунда, стоило Тасаока и Радхарани увидеть на небе голубоватую тучу, как она тотчас вспомнила о тебе. Один только вид этой тучи вселил в нее желание снова увидеться с тобой». Это пример того, как какой-либо предмет, чем-то похожий на Кришну, вызывает в преданном воспоминание о нем в экстатической любви. Цвет тела Кришны близок к синеватому оттенку тучи, поэтому Шримати Радхарани было достаточно увидеть тучу, чтобы вспомнить о Кришне. Prabhupada explains there are many different symptoms of ecstatic love which are caused by remembering Krishna. И Шрила Прабхупада говорит, что существуют различные проявления, многочисленные проявления экстатической любви к Кришне. And he gives an example how one friend of Krishna told Lord Krishna that after Srimati Radharani saw a bluish cloud in the sky, she immediately began to remember Lord Krishna. Здесь приводится пример того, как один из друзей Кришны сказал ему о том, что как только Радхарани видит на небе голубоватую тучу, она тотчас вспоминает о нем. And simply by seeing this cloud, she became lusty for Krishna's association. И как только она видит эту тучу, она тут же вселяет в нее желание снова общаться с Кришной. So this is an example of remembering Krishna in ecstatic love because of seeing something which resembles Krishna. Это пример памятования о Кришне, когда человек видит что-то, что напоминает ему о Кришне. Krishna's, the color of Krishna's body, the complexion of his body is like that of the color of the blue cloud. И цвет тела Кришны похож на цвет голубоватой тучи. So just by seeing the blue cloud, Srimati Radharani remembered Krishna. И видя тучу такого цвета, Шримати Радхарани тут же вспоминает о Кришне. And remembering Krishna, she felt her ecstatic love awaken. И вспоминая о Кришне, она чувствует, что пробуждается ее экстатическая любовь к нему. Okay, I'll go on. Один преданный признался, что иногда даже в минуты рассеянности воспоминания о лотосных стопах Кришны сами собой, как это бывает у сумасшедшего, всплывают в глубине его сердца. Это пример памятования, вызванного постоянной практикой.
Иначе говоря, у преданных, всегда думающих о лотосных стопах Кришны, даже если их внимание на какое-то мгновение рассеивается, образ Господа Кришны сам возникает в сердце. So the next example is about one devotee that he would sometimes he would sometimes due to almost like out of madness remember the lotus feet of Krishna in his heart. И здесь приводится пример одного преданного, который даже в минуты такого своеобразного сумасшествия вспоминает о лотосных стопах Кришны. And even sometimes when he's not very attentive, he could do this. И иногда даже когда он не очень внимателен, он также может делать это. So Prabhupada said, this is an example of remembrance of Krishna due to constant practice. И Шрила Прабхупада говорит, что это памятование о Кришне, вызванное постоянной практикой. So Prabhupada said, even devotees are if a devotee is constantly thinking of Krishna, even sometimes so they may be inattentive because the mind can wander. So even though, but if they're in the habit of constantly thinking of Krishna, even though their mind wanders, they will see the figure of Krishna appearing within their heart. И Шрила Прабхупада пишет, что когда преданные занимаются постоянной практикой, даже если их внимание на какое-то мгновение рассеивается, то образ Кришны сам возникает в их сердце. Go ahead. Следующее качество — это склонность к рассуждениям. Мадхумангала, близкий друг Кришны, принадлежал к сословию брахманов. Друзья Кришны в большинстве своем были пастухами из сословия ващер, но среди них были и брахманы. Во Вриндаване живут главным образом два сословия — ващи и брахманы. Как-то раз Мадхумангала сказал Кришне, «Дорогой друг, я обратил внимание на то, что ты не замечаешь павлиньих перьев, падающих на землю, и не смотришь на предложенные тебе гирлянды. Мне кажется, что я догадываюсь о причине твоей рассеянности, когда вижу, как твои глаза, словно два черных шмеля, летящих на цветок лотоса, устремляются навстречу глазам Шримати Радхарани. Это пример рассуждений, в которые пускается человек, охваченный экстатической любовью. Mm-hmm. All right. So Prabhupada talks about the next item, argumentativeness. This is an example of how ecstatic love is awakened due to argumentativeness. И также следующее качество — это склонность к рассуждениям, которая также пробуждает экстатическую любовь. So this tells about Madhumangal, who is a Brahmana friend of Lord Krishna. И здесь говорится о Мадхумангале, который был другом Кришны и принадлежал к сословию брахманов. So Krishna's was living in the family of Nanda Maharaj, Mother Yashoda, and they are Vaishyas, but they have also Brahmana friends. Кришна жил в семье Нанды Махараджа и матушки Яшоды, они были Вайшьями, но также у него были друзья из семьи Брахманов. So these two communities are the two prominent communities in Vrindavan. There's the Brahmanas and there's the Vaishyas. И во Вриндаване живут в основном два сословия, это Вайши и Брахманы. And Krishna's friends, most of Krishna's friends are Vaishyas because he's a cowherd boy. So he associates with other cowherd boys and they're all from the Vaishya community. И большинство друзей Кришны из семьи Вайши, потому что все они мальчики-пастушки, а пастухи, они из сообщества Вайши. So the pastime describes that one day Madhumangal told Krishna, he said, I can see that you're not aware of the peacock feathers that are falling on the ground. С Кришной дружили и дети брахманов. И однажды Мадхумангала, друг Кришны, сказал, я обратил внимание на то, что ты не замечаешь павлиньих перьев, которые падают на землю.
And you're also not even very much aware of the flower garlands that are offered to you. И ты не обращаешь внимания на предложенные тебе гирлянды. And Mother Mongo says, I can guess the reason why you're absent-minded about these things. И Мадху Манго говорит, мне кажется, что я догадываюсь, почему ты такой рассеянный, почему ты такой рассеянный. I know the cause. I see your two eyes looking over to the eyes of Shrimati Radharani. And your two я eyes, знаю причину. Your two Sorry? Eyes are just like black drones flying to lotus flowers. И я знаю причину. Твои глаза ищут глаза Шримати Радхарани, и твои глаза подобны двум черным шмелям, летящим на цветок лотоса. So this is an instance of argumentative suggestion in ecstatic love. И это пример рассуждений, в которые пускается человек, который охвачен экстатической любовью. It's a little difficult to understand this, that example. Okay, go. Этот пример немного сложновато понять. Однажды, увидев прогуливающегося Кришну, одна из близких подруг Радхарани сказала ей: «Дорогая подруга, не кажется ли тебе, что тот, кто прогуливается там, дерево Тамала? Впрочем, если он дерево Тамала, то как он может гулять и быть таким прекрасным? Тогда, может быть, это туча? Но если это туча, то где скрываемая ее прекрасная луна? Остается допустить, что это никто иной, как обворожительный Верховный Господь, пленившийся три мира звуками своей флейты. Это должно быть и есть Мукунда, стоящий у подножья холма Говардхана. Это другой пример рассуждений в экстатической любви». So one day Krishna was out walking. One of the friends of Radharani told Radharani, My dear friend, do you think that this walking personality is a tamala tree? И однажды Кришна прогуливался, его увидела одна из близких подруг Радхарани, и сказала Радхарани, и в это время сказала Радхарани, дорогая подруга, не кажется ли тебе, что тот, кто прогуливается там, это дерево тамала? The tamala tree is a blackish color, like the same color of Krishna's complexion. И у дерева тамала темная кора, подобная цветом, подобная цвету кожи Кришны. So the gopis sometimes, in separation from Krishna, they will take shelter of a tamala tree. И гопи в разлуке с Кришной иногда принимают прибежище у дерева тамала. So the friend of Radharani said to her, she said to Radharani, if this Krishna is a tamala tree, then how is it possible for him to walk and be so beautiful? И подруга Радхарани сказала ей, если это дерево тамала, то как он может гулять и быть таким прекрасным? So then she said that this personality might be a cloud. Затем она сказала, возможно, тогда этот человек, он туча. But if he's a cloud, where is the beautiful moon within? Но если это туча, тогда где же луна, скрываемая ею? So, under the circumstances, I think it may be granted that this person is the same enchanting personality of Godhead. И дальше она продолжает. Остается допустить, что это никто иной, как обворожительный Верховный Господь. He's that same person whose flute vibration, the three world, by, when he plays the flute, the vibrations of his flute captivate the three worlds. И это та самая личность, которая, когда она играет на флейте, обвораживает все три мира. He must be the same Mukunda who's standing beside the Govardhan Hill. Должно быть, это и есть тот самый Мукунда, который стоит у подножья холма Говардхана. So this is
Another example of argumentative presentation of ecstatic love. И это еще один пример рассуждений в экстатической любви. Next one. Следующее качество – это волнение. В этой песне Шримад Бхагаватам 29.29 говорится, что когда Кришна попросил гопи возвращаться по домам, им это не понравилось. Огорченные они тяжело задышали, их прекрасные лица, казалось, потухли. Так они стояли, не произнося ни звука. Большими пальцами ног они стали чертить узоры на земле, и слезы смывали черную тушь с их глаз и капали им на грудь, посыпанную порошком куркума. Это пример волнения в экстатической любви. All right, so we have this example of anxieties from the 29th chapter of the Srimad Bhagavatam. Это пример волнения, который взят из 29 главы 10 песни Шримад Бхагаватам. Lord Krishna had called all the gopis. He was in the forest of Vrindavan and he played on the flute, calling all the gopis to come. Кришна находился в лесу Вриндавана, и он играл на флейте, призывая к себе гопи. So when they all came, they left everything. They came running to Krishna because they thought Krishna's calling. So they just left everything. They immediately came running to Krishna. И они тут же прибежали к Кришне, поскольку они думали, что Кришна зовет их. Они побросали все в своих домах. But when they got to Krishna, Krishna asked them, "What are you doing here? Why are you here? You should go home." Но когда они прибежали к нему, Кришна сказал, "А что вы здесь делаете? Почему вы здесь? А возвращайтесь домой." Sometimes Krishna would tease the gopis in this way, and they would become very unhappy that Krishna would tease them. И иногда Кришна дразнил гопи вот таким вот образом, и они были от этого очень несчастны. He was telling them, go home. So they didn't like that. And because of their grief, they were sighing heavily. И Кришна, из-за того, что Кришна попросил их вернуться домой, гопи очень расстроились, им это не понравилось. И огорченные, они очень тяжело задышали. And the gopis were all very young girls with very beautiful faces. But when Krishna told them like that, then their faces appeared to be drying up. И гопи это были молодые, красивые девушки с прекрасными лицами, но когда Кришна произнес эти слова, казалось, что их прекрасные лица потухли. But they didn't say anything, they just remained quiet. Но они ничего не сказали, они просто молча стояли. And they began to draw lines on the ground with their toes. И они начали чертить на земле узоры пальцами своих ног. And they were so upset that tears were coming from their eyes, and their tears were washing the black ointment from their eyes onto their breasts. И они были настолько расстроены, что слезы текли из их глаз и смывали черную тушь и капали им на грудь. So their tears were flowing onto their breasts, and it was mixing with the red kumkum powder on their breasts. И эти слезы стекали им на грудь, которая была посыпана порошком кумкумы. So this is the example of anxiety in ecstatic love. И это пример волнения в экстатической любви. Go ahead. Однажды друг Кришны сказал ему, «О, победитель демона Муры, твоя добрая и ласковая мать очень волнуется от того, что ты до сих пор не вернулся домой. С тяжелым сердцем она просидела весь вечер на балконе своего дома. Право, поразительно, как ты мог позабыть о своей матери, заигравшись неизвестно где?» Это другой пример сильного волнения в экстатической любви. All right. So next example. One of Krishna's friends told him about his mother. И следующий пример, когда один из друзей Кришны говорит ему о его матери.
And he told him, he said, he addressed Krishna first of all as the killer of the demon Mura. И он обращается к Кришне как победителю демона Мура. And Krishna is also called Murari. Murari means one who killed the demon Mura. И Кришну также зовут Мурари. Мурари — это тот, кто убил демона Муру. So his friend told Krishna that your kind and gentle mother is very anxious because you've not returned home. И этот друг Кришны говорил ему, твоя добрая и ласковая мать очень волнуется от того, что ты до сих пор не вернулся домой. And she's having great difficulty. She spent the whole evening sitting on the balcony of the house waiting for you to come. И она просидела весь вечер на балконе своего дома с тяжелым сердцем, ожидая твоего прихода. So the friend said to Krishna, it's astonishing how you could forget your mother. И друг Кришны сказал ему, поразительно, как ты мог позабыть о своей матери? You've gone off somewhere engaging in your playful activities and you just forgot all about your mother. Ты заигрался неизвестно где и позабыл о своей маме. So this is another instance of anxiety and ecstatic love. Это еще один пример волнения в экстатической любви. Go ahead. Когда мать Яшода с беспокойством ожидала возвращения Кришны из Мадхуры, Махараджа Нанда утешал ее. «Дорогая Яшода, пожалуйста, не беспокойся. Утри слезы со своего прекрасного подобного лотосу лица. Зачем дышать так горячо? Я сейчас же поеду с Акрурой во дворец Камса и верну тебе твоего сына». Это пример волнения в экстатической любви, вызванного опасной ситуацией, в которой оказался Кришна. All right, so, Mother Yashoda was very anxiously waiting for Krishna to come back from Mathura. Матушка Яшода в большом волнении ожидала возвращения Кришны из Мадхуры. Акрура had come. Камса had sent Акрура to Vrindavan to bring Krishna and Balaram to Mathura. Камса отправила Акруру во Вриндаван, чтобы тот привез Кришну и Балараму в Мадхуру. And so Krishna promised, I'm definitely coming back. I'm just give me a few days. I'm definitely coming back. И Кришна пообещал, через несколько дней я вернусь. But many days passed and Krishna didn't come. Но прошло много дней, а Кришна так и не появился. So Mother Yashoda was always waiting. When is Krishna going to come back? И матушка Яшода все время жила в ожидании, когда же вернется Кришна. Ананда Махарадж said to his good wife, he said, my dear Yashoda, don't be worried. Dry your beautiful face. И Ананда Махарадж утешал ее. Моя дорогая Яшода, пожалуйста, не беспокойся. Высуши свои слезы. Ананда Махарадж said to her, there's no need for you to breathe so hotly. И он продолжал, зачем же дышать так горячо? Right. Then sometimes when we're very worried, very great anxiety about something, there will be a lot of heat in the body and the air comes out of our mouth will be very hot. И иногда, когда мы очень беспокоимся или находимся в сильном волнении, в нашем теле поднимается жар, оно становится горячим, и наше дыхание тоже становится горячим. But Nanda Maharaj said to Mother Yashoda, he said, I'm going to go immediately. I'll go with Akrura to the palace of Kamsa and get back your son Krishna for you. И Махарадж Нанда сказал, я сейчас же с Акрурой поеду во дворец Камса и верну тебе твоего сына. So this is an example of anxiety and ecstatic love caused by Krishna's awkward position. И это пример волнения в экстатической любви, вызванного опасной ситуацией, в которой оказался Кришна. All right, so then, go ahead. Следующее качество – задумчивость. Вайшака Махатми в одном из разделов Падма Пураны преданный утверждает, что в некоторых
Из 18 Пуран ничего не сказано о прославлении Господа Вишну, а вместо этого рекомендуется прославлять тех или иных полубогов. Однако, говорит он, поклонение полубогам может длиться миллионы лет, так как при более тщательном по изучению Пуран становится ясно, что верховной личностью Бога является Господь Вишну. Вишну — это пример экстатической любви, являющейся плодом размышлений. All right, so the next item is about thoughtfulness. И следующее качество — это задумчивость. So there's just a reference from a section of the Padma Purana where the devotee describes that thought in some of the 18 devotee describes that though in some of the 18 Puranas, though in some of the Puranas, there are 18 different Puranas, the process of glorifying Krishna is not mentioned. Здесь приводится ссылка на Вайшака Махатми, один из разделов Падма Пураны, и в котором преданный утверждает, что в некоторых из 18 Пуран ничего не сказано о прославлении Господа Вишну. Yeah, it says some Puranas, because there are 18 Puranas, so 6 Puranas are for the mode of goodness, and then 6 are for the mode of passion, and 6 are for the mode of ignorance. И из 18 Пуран, 6 Пуран, они написаны в гуне благости, 6 в гуне страсти, 6 для гуны невежества. So some of the Puranas, they don't tell about glorifying Vishnu. They just talk about glorifying some demigod. И некоторые Пураны не прославляют Господа Вишну, они прославляют полубогов. But the Padma Purana said that glorification of the demigod should continue even for millions of years. Однако Падма Пурана говорит, что поклонение полубогам может длиться миллионы лет. And when we study the Puranas very carefully, then we can see that Lord Vishnu is the Supreme Personality of Godhead. И когда мы тщательно изучаем Пураны, нам становится ясно, что Господь Вишну — это Верховная Личность Бога. So this is an example of ecstatic love due to thoughtfulness. И это пример экстатической любви, являющейся плодом размышлений. Go ahead. В 10-й песне Шримад Бхагаватам 60.39 рассказывается, как Рукмини Деви писала письмо Кришне, в котором просила похитить ее до того, как ее отдадут замуж за другого. При этом она так выразила свою особую привязанность к Кришне. «Дорогой Господь Кришна, великие мудрецы, очистившиеся от материальной скверны, воспевают Твое трансцендентное величие. В ответ на это Ты по Своей доброте безвозмездно даруешь им себя». Одной Твоей милости достаточно, чтобы человек мог возвыситься, и точно так же стоит Тебе захотеть, и удача, послушная воле вечного времени, отвернется от человека. Поэтому я избрала Тебя, о мой Господь, с моим мужем, отвергнув даже Брахму и Индру, не говоря уже о других. Рукмини развила в себе любовь к Кришне, просто размышляя о нем. Это пример задумчивости в экстатической любви. All right, so next, the next reference is coming from the Srimad Bhagavatam, 10th canto, chapter number 60. И приводится цитата из 60 главы 10 песни Шримад Бхагаватам. And this is about Rukmini writing a letter to Krishna, requesting him to kidnap her before her marriage. И здесь речь идет о том, как Рукмини писала письмо Кришне, в котором просила ее похитить до того, как ее дадут замуж. So Rukmini was supposed to be married to Sishupala. Her marriage had been arranged by her elder brother. И Рукмини предстояло выйти замуж за Шишупалу. Этот брак организовал для нее ее старший брат. So Rukmini's elder brother, he didn't like Krishna, and he was a friend of Sishupala. So he arranged that his sister Rukmini should marry Sishupala. И старший брат Рукмини не любил Кришну,
и другом, а его другом был Шишупала, и поэтому старший брат Рукмини хотел выдать замуж свою сестру за Шишупалу. But Rukmini had heard about Lord Krishna, and she wanted to marry Lord Krishna. She'd heard about Krishna from Narada Muni, and she was attracted to Krishna, and she thought Krishna would be the best husband. Но Шмати Рукмини, она слышала о Кришне от Нарады Муни, и она думала, что Кришна будет самым лучшим мужем. So Rukmini wrote a letter, and she sent a brahmana to deliver the letter to Krishna in Dwarka. И Рукмини написала письмо и отправила с этим письмом в Двараку брахмана. And in the letter she told Krishna that she wanted to marry him, and she requested Krishna to come and kidnap her before her marriage. И в письме Рукмини говорила, что она хочет выйти замуж за Кришну и предлагала ему приехать и похитить ее со свадебной церемонии. So at that time, the attachment of Rukmini for Krishna was described as follows. И вот в этот момент и привязанность Рукмини к Кришне описывается вот таким образом. This is like the words from Rukmini's letter, which she wrote to Krishna. Это слова Рукмини из ее письма, которое она написала Кришне. So she told Krishna that your transcendental glories are chanted by the great sages. И она писала, твоя трансцендентная слава описывается великими мудрецами. And these great sages are free from all material contamination. И эти великие мудрецы очистились от материальной скверны. And because you've been glorified in this way, you are so kind that you distribute yourself to the devotees. И благодаря такому воспевание, благодаря тому, что ты доволен, ты безвозмездно даруешь себя преданным. Just like a person, someone may elevate themselves simply by the mercy of Krishna. И человек может подняться просто благодаря милости Кришны, возвыситься может. So in the same way, by your direction, one can also be lost to all benediction. Но точно так же человек может пасть по твоей воле. So Rukmini said, I have selected your lordship as my husband. И поэтому я избрала тебя, о мой Господь, своим мужем. I don't care for personalities like Brahma and Indra and even any others. I don't even care for Brahma and Indra, what to speak of lesser personalities. I have no interest in them. И меня не интересуют ни Брахма, ни Индра, и уж тем более все остальные. So in this way Rukmini showed her love for Krishna simply by thinking of him. И вот таким образом Рукмини showed her love. Yeah. Oh, показала свою любовь. It increased her love for Krishna. Simply by thinking of him, she increased her love. И таким образом Рукмини усилила свою любовь к Кришне, просто размышляя о нем. So this is the example of thoughtfulness in ecstatic love. И это пример задумчивости в экстатической любви. Next one. Следующее качество — невозмутимость. Состояние полного удовлетворения, приходящее к человеку, который обрел знание, возвысился над всеми страданиями или достиг желанной цели в преданном служении, называется дхрити, невозмутимостью или душевным равновесием. В этом состоянии никакие потери не способны вывести человека из равновесия. Ему кажется, что он достиг всего, чего только можно достичь. Right, so the next item is called endurance. И следующее качество называется невозмутимость. When a person is fully satisfied,
due to having knowledge and transcending all distress, or achieving his desired goal of life in transcendental devotional service, then his state of endurance or steady-mindedness is what is called dhriti. Это состояние полного удовлетворения, которое приходит к человеку, который обрел знание или возвысился над всеми страданиями, или достиг желанной цели в жизни в преданном служении. Это невозмутимость или душевное равновесие называется дрити. So at that stage a person is not disturbed by any amount of loss. И в таком состоянии никакие потери не способны вывести человека из равновесия. And he doesn't think, he also considered that there's nothing which he cannot achieve. И он всегда считает, что нет ничего, чего бы он не мог достичь. He can get whatever he wants. He can do it. Он может получить все, что он хочет. Just like Prabhupada used to say that impossible is a word in a fool's dictionary. Как, например, Шрила Прабхупада говорил, что невозможно это слово из словаря дураков. So, like that, for a devotee, one who's taken shelter of Krishna, then nothing is impossible. А для преданного, кто принимает прибежище у Кришны, нет ничего невозможного. Go ahead. По мнению авторитетного ученого Бхартрихари, человек, достигающий состояния невозмутимости, думает так. Меня не прельщает высокий пост в правительстве. Я скорее предпочту ходить обнаженный, не иметь никакой одежды и спать на голой земле. Никакие удобства не заставят меня служить кому бы то ни было, даже правительству. Иначе говоря, в состоянии экстатической любви к личности Бога, человек готов терпеливо сносить все, что с точки зрения материалистов является неудобствами. So, now, probably Rupa Goswami is quoting the opinion of a great scholar who is known by his name was Bhartrihari. И здесь Рупа Госвами приводит мнение авторитетного ученого Бхартрихари. And he tells us that what happens, what is the thinking of a person who is actually elevated to this stage of endurance. И он описывает мышление человека, который в действительности достиг состояния невозмутимости. So he describes that a person who is really actually situated in this, he will think that I don't want to be highly a big government officer. I don't want a big position in the government service. И такой человек думает: меня не прельщает высокий пост в правительстве. And I prefer to go naked without proper clothing. Я предпочту ходить обнаженным, не имея никакой одежды. And I prefer to lay down on the ground without any mattress. И я предпочту спать на голой земле без всякой подстилки. And despite all of these things, I shall refuse to serve anyone, even the government. И никакие неудобства не заставят меня служить кому бы то ни было, даже правительству. So the point is that when a person is in ecstatic love with Krishna, then he can endure any kind of situation in the material world. Другими словами, в состоянии экстатической любви к Кришне человек готов терпеливо сносить все, что является неудобным с точки зрения материалистов. Go ahead. Отец Кришны Нанда Махараджа иногда думал: на моих пастбищах поселилась сама богиня процветания, и у меня более 10 000 коров, пасущихся повсюду. Более того, у меня есть такой сын, как Кришна, сильный и неутомимый работник. Поэтому, несмотря на то, что я семейный человек, вполне доволен своей жизнью. Это пример удовлетворения, к которому приводит отсутствие неприятностей. So Nanda Maharaj used to think, Nanda Maharaj being the father of Lord Krishna, he used to think about his cows and about the
oh, the taking care of the cows. Maybe he would also think about his own sadhana. Отец Кришны, Ананда Махарадж, иногда размышлял, думал о своих коровах, возможно, думал о своей какой-то садане. So Ananda Maharaj used to think about his pasturing grounds. He'd say, and might be because Ananda Maharaj has many cows, he has 9 lakh cows. And so he said, in my pasturing grounds, the goddess of fortune is personally there. И поскольку у Нанды Махараджи было множество коров, он думал, что на его пастбищах поселилась сама богиня процветания. Нанда Махарадж said, I have more than 1 million cows. И Нанда Махараджи говорит, у меня более 1 миллиона коров. And the cows, they always, they will stand here and there, they move around. И коровы, они стоят то здесь, то там, они куда-то идут. But apart from having all these cows, I also have a son like Krishna, and Krishna is such a powerful, wonderful worker. Но кроме них у меня еще есть такой замечательный сын, как Кришна. Он очень сильный и неутомимый работник. So Ananda Maharaj said, although I am a householder, and I am feeling so satisfied. Ананда Махарадж говорит, несмотря на то, что я семейный человек, я доволен своей жизнью. So this Rupa Goswami said, this is an example of mental endurance resulting from the absence of all distress. И Рупа Госвами говорит, что это пример удовлетворения, которому приводит отсутствие неприятностей. Go ahead. Другой преданный говорит, я всегда плаваю в океане нектара игр личности Бога, и потому ни религиозные обряды, ни экономическое благополучие, ни чувственные наслаждения, ни даже окончательное освобождение, слияние с бытием Брахмана больше не привлекают меня. Это пример удовлетворенности, приходящий в результате достижения самого лучшего, что есть в этом мире. Лучшее, что есть в этом мире, это полная погруженность в сознание Кришны. So another example of this endurance is describing a devotee who thinks I'm always swimming in the ocean of the pastimes of Krishna. И другой пример невозмутимости, он приводится в связи с тем, что один преданный говорит, я всегда плаваю в океане нектара игр личности Бога. And because I am so absorbed in the pastimes of Krishna, I have no attraction for other things like religious rituals or economic development, sense gratification. И поскольку я настолько поглощен размышлениями о Кришне, что меня не волнуют ни религиозные обряды, ни экономическое благополучие, ни чувственные наслаждения. And I'm not even interested in the idea of merging into the existence of Brahman. И меня даже не прельщает идея о слиянии с бытием Брахмана. So this is an example of the mind's endurance due to achieving the best thing in the world. И это примеры удовлетворенности ума, приходящие в результате достижения самого лучшего, что есть в этом мире. And the best thing in the world is to be absorbed in Krishna consciousness. А лучшее, что есть в этом мире, это полная погруженность в сознание Кришны. We have to understand that is actually the best thing in the world. Мы должны понимать, что на самом деле это самое лучшее, что есть в этом мире. Go ahead, next one. Следующее качество счастья. В Вишну Пуране рассказывается о том, как Акрура приехал во Вриндаван, чтобы забрать Кришну и Балараму в Матхуру. Стоило ему увидеть их лица, как его охватила такая радость, что все его тело украсилось признаками экстатической любви. Такое состояние называют счастьем. So next item is happiness, and it's described in the Vishnu Purana. И следующее качество — это счастье. Его описывает Вишну Пуран. And there it describes how Akrura came to Vrindavan
to get Krishna and Balaram to bring them to Mathura. И там описывается история о том, как Акрура приехал во Вриндаван, чтобы забрать Кришну и Балараму в Матхуру. Камса had arranged a big program to try to kill Krishna. И Камса спланировал такое огромное мероприятие для того, чтобы убить Кришну. And Камса asked Акрура, go to Vrindavan and get Krishna and bring him here. И Камса попросила Акруру поехать во Вриндаван и привести его в Матхуру. So Krishna and Bala, when Akrura saw the faces of Krishna and Balaram, Akrura became very happy, very cheerful. И когда Акрура увидел лица Кришны и Баларама, он стал очень счастлив. И ему стало очень радость переполнила его сердце. So this is the example of happiness due to ecstatic love for Krishna. И это пример экстатической любви. Это пример счастья, которое возникает благодаря экстатической любви к Кришне. Go ahead. В 10-й песне Шримад Бхагаватам 33.11 говорится: почувствовав во время танца раса руку Кришны на своем плече, одна из гопи ощутила прилив такого экстатического счастья, что поцеловала Кришну в щеку. Это пример счастья, которое приносит достижение желанной цели. All right, so this is from the 10th canto, 33rd chapter of Srimad Bhagavatam. И этот пример приводится в 33 главе 10 песни Шримад Бхагаватам. No, it's just describing Lord Krishna when he's in the rasa dance with the gopis. Там рассказывается о Господе Кришне, который участвовал в танце раса вместе с гопи. So there were many, many gopis there, and Krishna expanded himself so that he could be with each and every gopi. И там было множество гопи, и Кришна распространил себя во множество форм, чтобы станцевать с каждой из них. So each of the gopis, they thought, Krishna is dancing with me. И каждая из гопи думала, Кришна танцует со мной. And Krishna would place his arms around the gopis. И Кришна клал свою руку на плечо гопи. So one of the gopis, she saw that Krishna's arm was placed on her shoulder. И одна из гопи во время танца почувствовала на своем плече руку Кришны. So, when she saw that Krishna had his arm on her, she became so happy that she kissed Krishna. И от этого она стала такой счастливой, что поцеловала Кришну. She kissed Krishna on his cheek. Она поцеловала Кришну в щеку. So this is an instance of feeling happiness due to achieving the desired goal. И это пример счастья, которое приносит достижение желанной цели. Of course, the desired goal is to please Krishna, happiness. И желанная цель – это удовлетворить Кришну. All right. Счастье. So we'll stop here today. Сегодня мы здесь остановимся. Are there any questions? Yes, there are some questions in the chat. Елена Дмитриева Матаджи, ваши вопросы, пожалуйста. Хорошо. Харе Кришна. Дорогой Гуру Махарадж, дорогие преданные, пожалуйста, мой поклон примите. Спасибо вам, Гуру Махарадж, за общение, за чтение с вами. Такой вопрос первый. Получается, умиротворение и умение терпеть неудобства способен только человек, в котором пробудилась любовь к Кришне. Значит ли это, что нам нужно все-таки не завышать себе уровень и признаться в своих слабостях, не считать, что мы можем вот только жить, служа Кришне? То есть я не могу быть умиротворена, пока любовь не пробудилась. Правильно? Hare Krishna Guru Maharaj and dear devotees, please accept my humble obeisances. Thank you for your lecture.
The first question, I have several questions, and the first is, first one is, does it mean that only person who has awakened his love for Krishna is capable to it's capable to tolerate inconveniences and feel pacification in his mind. He's very pacific. Feel what? And he's very calm in his mind. Does it this mean that we still need to to make higher our level and admit our weaknesses and not to believe that we can only live by serving Krishna? May I be satisfied and may my mind be calm down when until my love for Krishna is not awakened? Yes, for some time you can be peaceful and satisfied without love for Krishna. You can feel peace of mind for some time, but it won't last forever. Иногда без любви к Кришне мы можем чувствовать умиротворение, спокойствие ума без любви к Кришне. Но это не может длиться долго. You have to understand, if you're under the modes of nature, then you could also have peace of mind, but it won't last for long, because sometimes you're in the mode of goodness, but then again, the mode of passion and ignorance comes. И вы должны понимать, что вы находитесь под воздействием гун материальной природы. Да, вы можете испытывать какое-то умиротворение, спокойствие ума в гуне благости, но также такое состояние исчезает, когда приходит гуна страсти или гуна невежества. But sometimes you could also be on the platform of the impersonal Brahman. You may not be devotee, you're not attached to Krishna, but you're detached from the material world. Иногда вы можете находиться на платформе имперсонального Брахмана, вы можете не быть преданным, но тем не менее вы можете чувствовать отрешенность от материального мира. So being detached from the material world, you will also experience some peace of mind and some happiness. И будучи чувствуя такое отречение от мира, вы в то же самое время чувствуете спокойствие и умиротворение. But that happiness, that satisfaction, will it won't be anything like the pleasure which you actually get in Krishna consciousness. Но это удовлетворение, это умиротворение, оно несравнимо с тем счастьем, которое вы получаете в сознании Кришны. You're not going to experience the pleasure which the devotees feel in their loving dealings with Krishna. И при этом вы никогда не испытаете тех эмоций, которые испытывают преданные Кришны, когда они взаимодействуют с ним. The impersonalists have also transcended the material world. The impersonalists have also... They've transcended the modes of nature. И имперсоналисты также преодолевают преодолевает гуны материальной природы. They know they're not the body. They've understood they're not the body, but they have no knowledge about Krishna and the relationship with Krishna. Они знают, что они не являются материальными телами, но у них нет знания о Кришне. For the impersonalist, they're just going to the platform of Brahman.
And they're only thinking about liberation. Что же касается имперсоналистов, они, находясь на уровне, на платформе Брахмана, думают только об освобождении. So for the impersonalist, there's no rasa, there's no loving dealings with anyone. И для имперсоналистов нет расы, то есть нет любовных взаимоотношений с кем бы то ни было. So there's no distress, but there's no real happiness. Таким образом, у них нет стрессов, но и нет настоящего счастья. They don't have any chance to exchange because everything is one. It's all one on the platform of Brahman. There's no variety. There's no exchange or relationships. И поскольку на платформе Брахмана нет никакого разнообразия, все является единым, и поэтому нет никакого обмена в отношениях. And for ordinary people who are still in the material world, who are under the three modes of nature, so then everything for them, it's all just karma. If they have some good karma, then they can be peaceful for some time. И для обыкновенных людей, которые живут под воздействием гун материальной природы, все является кармой. И если их они умиротворены, это значит, что у них просто есть хорошая карма. Okay. Next question. Yeah. Следующий вопрос, Матыча. Можно я уточню перед тем, как задать следующий вопрос? Получается, у обыкновенных людей у них просто карма, да? А у преданных уже получается, ну, когда уже не просто карма? То есть с какого момента? Только у чистых преданных уже Кришна вмешивается? Или в обычных преданных там тоже Кришна как-то входит? Does it mean that ordinary people has their own karma and devotees and for the devotees it's not only karma and for pure devotees in this case Кришна just arrange everything. Yes, right. Да, верно. For the devotees it's not karma, it's Krishna's arrangement. Да, для преданных это уже не карма, это то, что делает, устраивает Кришна. Is it only for pure devotees or for just for us too? Well, pure devotee means one who is practicing the principles, the rules and regulations. So if you're practicing the rules and regulations, then you don't have karma. И чистый преданный — это тот, кто практикует правила и предписания. Если вы тоже это делаете, то значит, что у вас нет кармы. Or whatever karma you do have, it's reducing every day. И какую бы карму вы ни делали каждый день, она уменьшается. Because you're in Krishna consciousness, because you're following the principles of devotional service, so you're not getting any more karma. Поскольку вы занимаетесь преданным служением и следуете его принципам, то вы уже не зарабатываете никакой кармы. Of course, we may not be a very great devotee, but we're on the path. Да, возможно, мы не великие преданные, но мы находимся на пути к этому. It takes time. You have to be patient. Для этого нужно какое-то время. Вы должны набраться терпения. But Krishna's taking care of all the devotees. Но Кришна заботится обо всех преданных. He's making arrangements for their advancement. Он устраивает все для их развития. Okay. Угу. Хорошо, Матаджи, следующий вопрос, пожалуйста. Да, спасибо большое. И вот второй вопрос такой. А как расставить приоритеты в жизни, если есть служение, ребенок,
сколько времени человек должен уделять этим вещам. Слышала, что нужно 6 часов работать, 6 часов служить, 6 часов отдыхать. Вот сейчас я не работаю, есть служение, но я не очистилась, и есть еще желание, и мне нужно работать. Но не хочется ради работы оставлять служение. Сколько нужно работать в таком случае, когда денежный вопрос почти закрыт, то есть потребности удовлетворены, но как бы, работать еще ну, как нужно. Такой вопрос. And the second question is, how to... prioritize our life. If I have a source and I have a child, how much time should I just devote to these things? I've heard that we need 6 hours for work, 6 hours for service, and 6 hours for rest. Now I'm working and I have a service, but I haven't been cleaned, I haven't been purified, and there are desires, there are a lot of desires and I need to work, but I don't want to leave my service for work. How much do I need to work in this case when if the money issue is practically closed? If what? So just as for money issue, it's money issue is not very big. So for me, it's I have enough money to live. So how much do I need to work in this case when basic needs are satisfied? If your basic needs are satisfied, then just use your time for service. Если удовлетворены ваши какие-то основные потребности, то используйте ваше время для служения. You don't need to work. Не нужно работать. If you can manage without working, then do it. Если вы можете как-то жить без работы, то делайте это. Mm-hmm. Okay. Можно уточнить, Матаджи Татьяна? Да, да. А если, допустим, работа будет связана с распространением просада, то есть готовить просад и его продавать? What if the work will be related with prasad distribution? Just I will. What if I will prepare prasadam and distribute it? And can it be my work? Well, you have to consider how much effective that can be. И вы должны подумать, насколько это будет эффективно. Distribute prasadam. Who are you going to target? Who are you going to distribute prasadam to? И распространение просады, на кого будет направлено? Кому вы будете его распространять? Are you going to distribute it freely or are you going to sell it? Будете ли вы его распространять безвозмездно, ли вы будете его продавать? Are you going to do that as a devotee, or are you going to disguise yourself? Будете ли вы это делать как преданное, либо вы будете это... Oh, you will what? Disguise. You won't let people know you're a devotee. Либо вы будете делать это как преданное, либо вы будете скрывать себя, то есть вы не захотите, чтобы люди знали о том, что вы преданы. So you have to consider these kind of things. То есть вы должны подумать о всех этих вещах. А как лучше, вот если, допустим, мы решили, ну как не мы решили, а вот с другими матаджами распространять просад за деньги, не говоря, что это прям напрямую, что это Харе Кришна, вот, и распространять непреданным, то есть вот так.
То есть это вопрос, можно ли это делать? Ну да, да. We discussed this question with other Matajis, and we decided to distribute prasadam, to sell prasadam to known devotees, and we don't want to let them know that we are Hare Krishnas. Can we do like this? May we do like this? Yes, you can do it, but people are not going to get much spiritual benefit. Да, вы можете так поступать, но люди при этом не будут получать большого какого-то духовного блага. First of all, of course, if they're paying for it, that's good. If you're able to make an income for that, that's good, because you get the money and then you use the money for Krishna's service. So that is some benefit for them. Да, есть какое-то благо для них, когда они платят за пищу, и таким образом вы получаете деньги, тратите их на служение Кришне. So you can try it, you know, you have to try and see how it works out. You don't know until you do it. То есть вы можете попытаться и посмотреть, как это будет работать, то есть вы не узнаете, пока вы не начнете это делать. So go ahead, do it. You know, make some prasadam and sell it and see how it works out. What kind of reaction you get? Поэтому вы можете попытаться, да, приготовить какой-то просад, распространить его и посмотреть, какая будет реакция на это. We know the Russian people like our prasadam and they're willing to pay for it. Very good. Мы знаем, что русские, они любят наш просад и готовы за него платить, и это очень хорошо. So yeah, you can do this. Да, конечно, вы можете это делать. Just be sure, whatever money you make, use it for Krishna's service. Просто будьте внимательны к тому, что какие бы деньги вы ни получили, вы должны использовать их для служения Кришне. Okay. Next question. Yeah. Следующий вопрос, пожалуйста, в Раджарани Матаджи. Раджарани Матаджи? Вас не слышно, поэтому я прочитаю, хорошо? Харе Кришна, Гуру Махарадж, преданные, примите мои смиренные поклоны, вся слава Шиле Прабхупаде. Гуру Махарадж, в 4-й песне Шримад Бхагаватам написана очень красивая молитва Господа Шивы, которую он поведал прочетом. Их можно взять на ежедневную практику самостоятельного чтения на какое-то время, на 40 дней, например? Или лучше взять молитвы из сборника песни Ачарьев Вайшнавов? Спасибо. Hare Krishna, Guru Maharaj, and dear devotees, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. It's a question from Rajarani Mataji. The question is, Guru Maharaj, in their fourth canto of Srimad Bhagavatam, there are very beautiful prayers of Lord Shiva, and which he just addressed to Prachetas. He told to the Prachetas, may we take it for daily practice for our reading for some time, for example, for 40 days? Or it's better to take the prayers from... Hare Krishna, Tatyana, I lost you. Yes, I can hear you. Should I repeat the question? Well, I heard it up to, should we repeat the prayers? Can we take the prayers and repeat them for 40 days? I heard that part.
Yeah, for today, these prayers of Lord Shiva, or it's better to repeat prayers from this book, Songs of Acharyas Vaishnavas. Oh, you can take sections of the Bhagavatam, that's all right, yeah. If you like, you can do that. Если хотите, да, можете взять эти молитвы из Бхагаватам. Да, very nice. You like to recite? Почему нет? You like the prayers offered by Lord Shiva, the song of Lord Shiva, that she gave to Prachetas? Yeah. Every devotee has their own taste. They get particular sections of the scriptures which they like. Да, вы можете взять, если вам нравятся эти молитвы Господа Шивы, которые он произнес прочетом, у каждого преданного есть свои собственные предпочтения, есть то, чему, что ему нравится, поэтому можете... So you can recite these prayers? Можете повторять их. Yeah, no problem. Нет никаких проблем. Татьяна Матвеевна, меня слышно сейчас? Да, сейчас слышно, хорошо. Спасибо. Хари Кришна, Гуру Махарадж, примите мои поклоны. А еще уточнить, например, если прочитала 40 дней там, или ну, 3 месяца какие-то вот молитвы, и потом тебе еще что-то в Шримад Бхагаватам, другие молитвы вдохновляют, можно тоже к ним переходить и так вот молитвы все измолить, которые есть в Шримад Бхагаватам. Спасибо. Которые вдохновляют. If, for example, I inspired in some prayers from Srimad Bhagavatam, so I just read it for 40 days or for 3 months, for example, and then I can change my prayers and go and choose another prayer from Srimad Bhagavatam also for 40 or days or for 3 months and do it prayer by prayer. And so just do like this for all prayers from Srimad Bhagavatam. Okay. May I do like this? Yes, you can do. Да, можно так делать. All right. Все, Матаджи, да, Раджарани? Да, спасибо большое. Ага, Хари Кришна. Ювати Матаджи, ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, Гуру Махараджи, дорогие преданные, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны, все слава Шри Прабхупаде. Откуда возникают сомнения? Почему преданные начинают сомневаться в шастрах и теряют веру? Хари Кришна, Диа Гуру Махарадж и Диа Девоти, Саприс Эксельт Нахамбала, Бизинцес, Угорище, Шрила Прабхупада. Where do doubts come from? Why does a devotee begin to doubt the shastras and lose faith? Okay, doubt comes from, it may come from ignorance, it may come from lack of faith. И сомнения могут проистекать из невежества, либо возникать из-за нехватки веры. So, in the Bhagavad Gita, Arjuna had doubts and Krishna said he could destroy all the doubts. Krishna is Madhusudana. He killed the demon Madhu and he can kill the doubts. Doubts are also like demons. И в Бхагавадгите Арджуна высказывает свои сомнения, и Кришна говорит, отвечает ему, что я могу разрушить все твои сомнения. Кришна Мадхусудана, тот, кто убил демона Мадху, и точно так же он убивает сомнения. So we have to take shelter of Lord Krishna and he will remove all these doubts. Поэтому мы должны принять прибежище у Господа Кришны, и он устранит все наши сомнения. Krishna said, for the doubting soul, there is happiness neither in this life nor in the next. И Кришна говорит, для сомневающейся души нет счастья ни в этой жизни, ни в следующей. So it's important for us to get rid of these doubts by cultivating transcendental knowledge and by hearing from devotees and by associating with people who don't have doubts. И мы должны избавиться от этих сомнений, читая священные писания и общаясь с преданными, а также с теми людьми, у кого этих сомнений нет.
doubts can also come by bad association. You associate with people who have no faith and who have doubts, and they give their doubts to you, and they can infect you if you're not very strong, if you don't protect yourself. И сомнения, они возникают из-за общения с людьми, у которых, у самих они есть, которые потеряли свою веру, и поэтому вы также начинаете сомневаться, если ваша вера недостаточно сильна, вы как будто инфицируетесь от них. Okay. Next question. Yeah. Следующий вопрос от Елены Миронова Матаджи. Харе Кришна, примите мои, пожалуйста, мои поклоны, дорогие преданные, вся слава Шриле Прабхупаде. Ваше святейшество, как, читая нектар преданности, не впадать в сентиментальность? Как отличить настоящие эмоции от сахаджи? Спасибо. Харе Кришна, Харе Кришна, please accept my humble obeisances, Your Holiness and the devotees, so glorious to Shri Prabhupada. The question is, how, when we just read Nectar of Devotion, how not to get sentimental, how to distinguish real emotions from sahajya? Thank you. How not to get sentimental? Yeah. Well, first of all, when we read Nectar of Devotion. When we read Nectar of Devotion. Okay, so we have to understand the nectar of devotion guided by the Shastras. We have to understand it all in the proper manner, not just simply by our own feelings, but by the scriptures. И мы должны понимать, что нектар преданности, он все, приводит все из этот приводит цитаты из шастр, то есть это не наши какие-то выдумки. The impersonalist Mayavadis, they accused Lord Chaitanya Mahaprabhu of being a sentimentalist because he was chanting and dancing. И Майавади называли Господа Чайтанью сентименталистом, потому что он пел и танцевал. And so sentimental mood comes about when we're just simply guided by our own bodily feelings, bodily consciousness. И сентиментализм приходит только тогда, когда мы следуем за телесной концепцией. We can avoid being sentimental by cultivating proper Krishna consciousness, feeling on the spiritual platform, guided by Shastra. Sadhu, Shastra and Guru, not just guided by our own mind. То есть мы должны уйти с этой платформы сентиментальности и идти за шастрами Гуру и Садху. In the Bhagavad Gita, we see Arjuna being a little sentimental in the beginning, and Krishna chastised him. He said, "You are mourning for what is not worthy of grief. Those who are wise lament neither for the living nor the dead." И в Бхагавад-гите Кришна, Арджуна проявил вначале некоторую сентиментальность, и Кришна отчитал его за это. Он сказал, ты скорбишь о том, что не, о чем не стоит скорбеть, не стоит скорбеть ни о живых, ни о мертвых. So, if you're simply thinking about the body, that is sentimental. We have to understand everything on the spiritual platform. И когда мы думаем о теле, то все становится сентиментальным, и мы должны размышлять на духовном уровне. And then the second part of the question is what is a sahaja, is it? How to distinguish real emotions from sahaja? Well, real emotions and sahaja. The sahaja is someone who takes everything very cheaply, and they will make a show, and they will often put on an emotional display in the presence of others. Чем отличается настоящая эмоция от сахаджи? Ответ таков, что сахаджи — это
проявление, ну, скажем так, игры эмоций на виду всех. So we should, if a person feels some emotion, he should not make a show of it publicly. Когда у человека есть настоящие истинные эмоции, он не будет делать из этого представления, он не будет их показывать публично. Yeah, the sahaja simply wants, he wants to be recognized as a great devotee. Сахаджи хочет, чтобы его приняли как великого преданного. But one who is actually transcendental, then they will be very careful to hide their feelings from others. Но тот, кто действительно трансцендентен, он будет очень тщательно скрывать свои чувства от остальных. So you can observe who is actually the sahaja in course of time. Just like somebody maybe they may display ecstatic symptoms, but then the next minute they don't follow the rules and regulations. То есть вы можете понять, кто сахаджия по стечению времени. То есть он может проявлять какие-то экстатические эмоции, в то же время не следовать регулирующим принципам. Somebody may be shedding tears and rolling on the ground in ecstasy one minute, and the next minute he's smoking bidis. Например, кто-то может кататься по земле и истекать слезами, и тут же курить. Smoke what? Smoking cigarettes. И тут же курить сигареты. And so there's contradiction in the behavior that is not consistent in his devotional practice. То есть вот эти вот противоречия в поведении, что не соответствуют практике преданного. Okay. Харе Кришна, Матри Татьяна, можно еще такое уточнение? То есть правильно я поняла, что сахаджи, они не сильно-то стараются практиковать, да, и вообще, собственно говоря, их преданное служение таковым не является. То есть это, по сути, не преданное служение. Do you understand correctly that sahajis, they do not practice, and their so-called service is not real devotional service? Well, I don't know if that's totally correct. Sahajas may practice to some extent. Sahajis могут практиковать до какой-то степени. They may practice because they're coming to temple, they're taking part in kirtan, so there is some practice there. Поскольку они приходят в храм, и они принимают участие в киртанах, то есть есть какая-то, какой-то практикой они занимаются. But you could say they're emotional or they're sentimental, and they're not able to control their feelings. They are not? They're not in control of their emotions. Но они не контролируют свои эмоции, чувства. And like I said, they may be devotional one minute, but the next minute they're not devotional. То есть, как я уже сказала, в одну минуту они могут проявлять преданность, а в другую минуту уже нет. And they may not be very strict in following the rules and regulations. И они могут быть не очень строги в соблюдении правил и предписаний. But they like to make a show, they like to, you know, show some ecstasies and so on. Ну, они любят превращать все в шоу, то есть они любят показать, что они чувствуют экстаз и так далее. Yeah. Thank you very much, your homes. Next question. Александр, пробу ваш вопрос, пожалуйста. Хари Кришна, пожалуйста, поклон. Я задам вопрос.
или в прошлом, в конце разговора вот, задавали вопросы, потом уточняли. И сказали, что не хочу, что я не хочу приготовить. И вы так сказали, что вы можете там читать, Прабу, не могли бы вы напечатать, читать. Потому что очень сильно прерывается, и мне очень сложно понять ваш вопрос. Так. Вопрос, что ты делаешь? Я не слышала вопроса, то есть очень плохой звук. Можете что вы повторить? Я за как бы следую каким-то правилам, там читаю круги, пытаюсь заниматься служением, но не желаю прийти к Кришне. И что с этим? Но не желаю прийти к Кришне? Предаться Кришне. А, предаться. The question is, I chant my rounds, I do my service, and do my sadhana, but I don't want to surrender to Krishna. What should I do? Well, keep doing your sadhana. That is surrender to Krishna. You say you don't want to surrender to Krishna, but if you're doing sadhana, that is surrender to Krishna. That takes surrender. Yes. И если вы занимаетесь садханой, это и есть предание Кришне. How can you say you don't really want to surrender? If you're doing sadhana, that is part of surrender to Krishna. Как вы можете говорить, что вы не хотите предаваться Кришне, если сама садхана, если вы ее совершаете, это значит, это часть предания. So I can't understand your the contradictory statements there. То есть я не совсем понимаю ваши противоречивые утверждения здесь. You may not want to advance. You don't want to advance much. Okay, that's. Anyway, you keep doing your sadhana. You know the level which you're capable of, and act on that. То есть если вы не хотите как-то развиваться дальше, то хотя бы поддерживайте тот уровень, который вы можете поддерживать. Maybe you don't want to go further than doing sadhana. Okay. Возможно, вы не хотите идти дальше, чем следование садхана. Ну хорошо. If you're chanting every day, fixed number of rounds, and you're following four principles, it's very good. Если вы каждый день читаете 16 кругов и следуете всем принципам, то это очень хорошо. Maybe you don't want to go back to Godhead. Maybe you don't want to develop love for Krishna completely, but still you're doing well if you follow these things. Возможно, вы не хотите возвращаться домой обратно к Богу, не хотите полностью развить свою любовь, но тем не менее, вы уже делаете хорошее дело. So continue what continue as you're doing. Go on. Keep chanting and keep doing your sadhana. Просто продолжайте делать то, что вы делаете, продолжайте воспевать и соблюдать садхану. And Krishna says in the 12th chapter of Bhagavad Gita, Krishna is describing different things, you know, which you can do. By doing bhakti yoga, the principles of bhakti yoga, you'll develop a desire to go to Krishna, to be with Krishna. И в 12 главе Бхагавад-гиты Кришна описывает, что благодаря бхакти йоге вы развиваете в себе желание вернуться к Кришне. We can't fix our mind without deviation on Krishna. We're not on that level. Мы не можем развить свой ум, уклоняясь от Кришны. But we can practice principles of bhakti yoga. It's very good. Но мы можем практиковать принципы бхакти йоги. Это хорошо. People who can't practice principles of bhakti yoga, then they're encouraged to do karma yoga.
People who do bhakti yoga, they encourage people to do karma yoga. People who cannot do bhakti yoga. Люди, которые не могут заниматься бхакти йогой, тогда их нужно воодушевлять заниматься карма йогой. I mean, some people they're not able to chant every day 16 rounds. They're not able to strictly follow four principles. Есть люди, которые не могут каждый день читать 16 кругов или строго следовать четырем принципам. So they should do karma yoga and they should renounce, they should give some of the results of their work for the service of Krishna. Тогда они должны заниматься карма йогой и посвящать какую-то часть плодов своего труда служению Кришне. By working for Krishna and by giving for Krishna will help them to cultivate some attachment for devotion to Krishna. Работая для Кришны, отдавая Кришне, это поможет им развить какую-то привязанность к Кришне. So Krishna consciousness is open to people on all different levels. You can see in the Bhagavad Gita chapter 12, Krishna describes, if you can do this, then do that, and you can do that, then do something else. There's always there's different levels for people according to their ability. И сознание Кришны, оно открыто для людей всех уровней. Почитайте 12 главу Бхагавадгиты. Если вы не можете делать это, тогда делайте это. Если не можете делать это, тогда делайте это. То есть все зависит от способности человека. А можно еще спросить? Да, пожалуйста. Правильно ли я понимаю, что выполнение каких-то элементов садханы это как бы благоприятно, но если нет понимания цели, для чего я это делаю, то это особых плодов каких не даст. И может тогда смысл просто карма-йога заниматься, как вы сказали, плоды деятельности, больше в деятельности грузиться, плоды, ну, как бы жертвы. Может быть, это больше для меня, для моего духовного развития, чем вот уделять внимание садхане, хотя цели, она не стоит в голове. Do you understand correctly that when I do some elements of sadhana, it's beneficial for me, but if I don't do it consciously, it will not give good results. Maybe it will be better for me to do karma yoga, and it will be more effective to me. It will be more beneficial for my spiritual life and for my spiritual development. Of course, if you do sadhana. If you do sadhana, it will be very good for your spiritual development, yes. Karma, Prabhu is asking if I do karma yoga, okay. And it will be more just, it will be better for me to develop my spiritual, in my spiritual way, then I just do some spiritual practice, but not Well, not aware of it. I don't know how you could do spiritual practice. You're not aware of just it. Just not do it not consciously. Just do without any purpose. For example, like this. So does it mean that there will be no good results of such practice? Well, the result will not be as great as if you did it with the proper mind. Proper mindset. Да, конечно, результат будет не такой хороший, если бы вы занимались духовной практикой осознанно. But the fact that you're doing something, even though you're not doing it consciously, you will get some benefit. But if you do it consciously, you get more benefit. Даже если вы делаете что-то неосознанно, это принесет вам благо, но, конечно, не такое большое, как если бы вы делали это осознанно.
is it, so Prabhu is asking, is it better for him if we do it unconsciously? If he do it unconsciously, is it better for him to do karma yoga, not bhakti yoga? No, it's always better to do bhakti yoga than karma yoga. То есть всегда лучше заниматься бхакти йогой, чем карма йогой в любом случае. Of course, bhakti yoga is the top of the yoga ladder. That's the best. Бхакти йога это вершина лианы преданности, она лучше. But you have to consider how much bhakti yoga you can do. Но вы должны подумать, а сколько вы можете заниматься этой бхакти йогой? You know, bhakti yoga means hearing and chanting and remembering Krishna. Бхакти йога значит слушание, воспевание и памятование Кришне. So how much hearing and chanting are you able to do? То есть вы должны понять, сколько же слушаний, воспевания вы можете заниматься, сколько вы можете заниматься слушанием и воспеванием. And maybe your hearing and chanting is not very regular, it may be unstable. Возможно, ваше слушание и воспевание нерегулярно, то есть нестабильно. So when you're not doing bhakti yoga, then you want to be working for Krishna. И если вы не занимаетесь бхакти-йогой, тогда вы должны работать для Кришны. Карма-йога means doing work for Krishna and offering the results of your work to Krishna. Карма-йога значит, когда вы работаете для Кришны и предлагаете ему плоды своего труда. Not just working, but actually giving the results of your work to Krishna. И не столько работа, сколько на самом деле отдавание плодов своего труда Кришне. So that is very beneficial. Вот это будет очень благоприятно. Just like Krishna consciousness movement, it needs money, it needs funds, it needs manpower, it needs people to do things. Как, например, движение сознания Кришны. Движению сознания Кришны нужны деньги, нужны какие-то ресурсы, нужны люди. То есть вот это все необходимо. You're working, you're earning money, you can give some portion of your income for the service of Krishna. И когда вы работаете, вы зарабатываете какие-то деньги, какую-то часть, их часть вы можете отдавать на служение Кришне. And if you're not able to give any money, you don't have enough money, you can't spare any money for Krishna, then give some of your time for the service of Krishna. Если вы не заработали, ничего не заработали, то есть вы не можете отдать какие-то деньги на служение Кришне, то тогда вы должны отдать ему свое время, то есть потратить свое время на служение ему. There's always a lot of service to be done, cleaning to be done, and shop, different, so many different things, duties have to be performed in the temple, and it takes manpower, it takes people to do them. We need devotees to offer service. И в храме всегда есть очень много служений, что-то помыть, почистить и так далее. И для этого нужны руки. То есть там всегда требуется тот, кто, кому необходимо сделать какое-то служение. So you can do karma yoga. И таким образом вы можете заниматься карма-йогой. But sometimes impersonalists, they also do karma yoga. Their desire is to become one with the Supreme. But you should do karma yoga with the desire to develop devotion for Krishna. И иногда имперсоналисты тоже занимаются карма йогой в желании слиться со Всевышним. Однако вы должны заниматься карма йогой в желании обрести преданность к нему. You don't want to become one. Мы не хотим сливаться с Богом. You want service to Krishna. Мы хотим служить Ему. Krishna is the master, and we are His servant. Кришна наш господин, а мы его слуги. And by doing karma yoga, you develop more desire for hearing and chanting. И занимаясь карма-йогой, вы развиваете больше желания к слушанию и воспеванию. Okay. Next question? Yeah. Yogita Mataji, your question, please. Thank you very much.
Hare Krishna Gurudev, please observe humble obeisances. Gurudev, an elderly family member, my father, he's in a walker right now, but all his life he's not mentally, emotionally, or financially supported us. He started giving me, say, $100 every month last year, 2 years ago. And I knew it was for reducing his bad karmas. He's doing that or something. And I didn't know more than that. Just recently, my sister-in-law stopped me. She said, no, he's not only reducing your bad karmas, you will get a part of his bad karmas. And I was shocked because my father says, I don't want to be conscious like you. I don't want to chant. That's not my business. I don't want that. So will it negatively in any way affect me, drive me away from, you know, trying to become Krishna conscious? Yogita Mataji, would you please repeat again the last one question? Sure. No, I'm asking, so would me taking any money from him that he's giving me, would it have any negative effects on me as in not wanting to become Krishna conscious or drive me away from becoming Krishna conscious? Well, it's up to you. It will depend how you use the money. И вопрос такой, то есть будет ли у меня негативная карма, если я буду брать деньги от отца, который не хочет заниматься духовной практикой, не хочет быть в сознании Кришны и всячески меня отговаривает от этого. То есть будет ли для меня это карма негативная, если я буду брать деньги у такого человека. И Гуру Махарадж отвечает, что все зависит от вас, как вы эти деньги потратите. You have to use the money for the service of Krishna. You can use it for the service of your deities, you can use it to buy boga, to offer to cook for Krishna. It's not going to harm you. То есть нет ничего плохого, если вы задействуете эти деньги в служении Кришне, если вы будете покупать что-то для своих божеств, для того, чтобы, например, что-то им приготовить или еще в чем-то. Actually, it will be even beneficial for him. На самом деле, это будет очень благоприятно для него. Okay, yeah. Good, one more question. He speaks sometimes very rudely, he swears at my sister-in-law and the young girls, which is very bad. And I don't know what to do. I just go quiet because he's my father. What can I tell him? But they retort back, you know, and the way they talk back, it seems valid. I mean, obviously you can't swear at somebody like that. But I'm just hoping that they don't get any bad karmas for talking back in such a way, because he is the elder family member, but then he's asking for it by swearing at them. That's really very bad, Gurudev. So I just hope they don't get any bad karmas for the way they behave with him, also back replying and everything. Does it have any negative effect on them, Gurudev? И вопрос такой, что если, например, отец грубо говорит грубости в присутствии младших членов семьи, молодых девушек, да, то будет, а они тоже отвечают ему в свою очередь на его грубость, то есть будет ли для них это будет ли нести для них это негативный эффект? Well, these family members of yours are not devotees, they're karmis. So of course, everything they do, they get karma.
И члены вашей семьи, они не преданы, они карми, поэтому все, что они делают, конечно, это будет нести карму. Everything that happens to them, they're going to be involved with karma. They're on the material platform. И все, в чем они участвуют, все будет нести карму, а это все происходит на материальной платформе. So don't worry about them. Save yourself. Поэтому не волнуйтесь о них, спасайте себя. And Gurudev also for myself, he said earlier all the money that I got from my father, like $100 every time. Some I would definitely mostly I buy vegetables or whatever and I use it in service of the Lord. But there are times a change from it. I may have just bought a drink for myself or something, a juice or something. Will that have bad effect on me, Gurudev? Can I do something about it? Because this is really uncalled for. I didn't know, Gurudev. I mean, I had no idea. И еще вопрос относительно тех денег, которые приходят ко мне от отца. То есть иногда я покупала на них овощи и фрукты, когда готовила для божеств, но иногда покупала что-то для себя. И будет ли это оказывать на меня негативный эффект, чего бы мне очень хотелось, и как это нейтрализовать, если так? So I told you what to do. I said you get whatever money he gives you, you use it for Krishna, use it in Krishna's service. If you go and buy soft drinks or something with it, then yes, it will have some kind of slight effects on you. Okay. Да, как я уже сказал, то есть если вы получаете какие-то деньги от отца, то идите и используйте их на служение Кришне. Если вы покупаете какие-то напитки для себя, то, конечно, это будет иметь на вас какой-то эффект. Okay. Gurudev, I just remember what I did in the past, not now. Now I give it straight to the temple. Just. Okay, do that. Yeah. Thank you, Gurudev. Thank you very much. Okay, any more questions to Yana? Yes, one more question. Елена Матаджи Дмитриева, ваш вопрос, пожалуйста. Я хотела еще раз уточнить. Так, сейчас найду. Вот что больше удовлетворит Гуру Махараджа, когда ученик будет заниматься больше служением, но делать это в основном из чувства долга, прилагая большие усилия. И тогда вот в результате этой практики желание очистится. Или когда ученик будет пытаться какую-то природу свою занять в мире, но меньше служить. Это вот первая часть вопроса, а вторую потом. The first question is... what will satisfy you, Guru Maharaj, more if disciple will if disciple engaged in devotional service more, but do it mainly out of sense of duty and make great efforts to do this and disciple, it means Mataji Elena, and then my desires will be purified. Or when I try to occupy my nature in the material world, but selfless. Yeah. Well, I prefer you to do duty out of just do your duty to Krishna, do service to Krishna. Я бы предпочитала, чтобы вы занимались служением Кришне и выполняли свои обязанности по отношению к Кришне. Try to stay connected in Krishna consciousness. Просто продолжайте будьте связаны с сознанием Кришны. Keep your consciousness. Protect yourself from the material energy, from being bewildered by the material energy. Защищайте себя от материальной энергии, не давайте ей сбить себя с толку. Don't be overly ambitious to achieve something in the material world. Не будьте слишком амбициозны, чтобы достичь чего-то в материальном мире. Just
try to do your duty as a devotee of Krishna. Просто пытайтесь выполнять свои обязанности как преданная Кришне. Okay. Следующий вопрос, Матаджи. Ага. Да, вот и если природа у меня такая общительная, то можно ли усилия прилагать и задействовать ее вот в организации разных санг, там санкиртана, как-то женская санг, бхактиврикши, вот такой вот. And if I'm very sociable by nature, so is it possible for me to organize different sanghas, for example, sankirtana katha, female sangha, or bhakti vriksha programs? Oh yes, very nice. Да, очень хорошо. Yes, that's very good. If you can do it. Очень хорошо. Если вы будете это делать. Okay. Yeah, all the devotees will be happy. They will all bless you if you arrange nice programs, nice association. Все преданные будут счастливы, они будут давать вам свои благословения, если вы будете организовывать такие программы. Okay. Should I ask if there are any questions? Yeah. Дорогие преданные, есть ли еще какие-либо вопросы? No more questions in the chat. Okay. So we'll finish here today? Okay, so. Больше нет никаких вопросов в чате. Сегодня мы здесь остановимся. So we thank Tatyana very much for her translation. Thank all the devotees for participation. And we pray that you all have a nice week in Krishna consciousness, and hope to be. Спасибо, дорогие. Yeah. Hope to be with you all next week. Спасибо всем, дорогие преданные, за ваше участие, за ваши вопросы. И я всех надеюсь увидеть вас на следующей неделе. Шрила Прабхупад ки джай. Джай. Go back to Vrindaki. Джай. Джай.